своих забыв кучу. Братских народов союз вековой, предками данная, мудрость народная. Лак, страна, мы гордимся тобой. Поздравления всем жителям села Воскресенска на 2021 год. Что ты пожелаешь? Больше радости. А если чуть-чуть развернуть? Развернуть? Давай ты развернешь. Лех, у нас и так все сводится к тому, чтобы снова протестировать вот этот... Вот этот пакет, да. Давайте разберем. Да. Я вот никогда. У меня жена такая говорливая, это вот чебурашка-то. Вот, вот видите, вот. Пойдем, Наталья, пойдем. Лучше вот как. Пойдем, идем к Наталье. 2020 год у нас закончился. Да. 2021 год наступил. Что бы вы пожелали вот нашим жителям в 2021 году? В 2021 году я пожелала, как и в любом другом году, не терять бодрости духа, всегда верить в лучшее. То, что нас не убивает, то нас делает крепче. Счастья вам, радости, радуйтесь каждой мелочи, каждой былинке, каждой травинке, солнышку. Живо-здорово, руки-ноги целые, это уже счастье. Вот, я вас всех обнимаю, поздравляю, ура! Ура! Так вот здорово встречают новый 2021 год наши жители села Воскресенского.